Всем привет, и сегодня мы с вами будем готовить слойки с яблоками. Для этого нам понадобится 2 яблока, яйцо для смазывания, корица, сахар и слоеное тесто. Для начала нам нужно очистить яблоки от кожуры и нарезать на небольшие кубики. Яблоки почистили и порезали, добавляем сахар и корицу. Я добавлю 2-3 ложки сахара и 1 ложку корицы. Дальше мы берем слоеное тесто. Присыпаем его немного мукой, раскатываем и делаем прямоугольники. Потом вот так вот выкладываем на противень. Далее нам нужно смазать каждый круассанчик яйцом, чтобы они были красивые. Параллельно разогреваем духовку до 200 градусов.
200 градусов на 20-25 минут. Вот такие вот они получились. Я посыпала сахарной пудрой. Можно не посыпать. К чаю, кофе, самое то.